как ловят крабы в США. Вначале покупается лицензия. Крабы любят вонючую рыбу или мясо. Лакомство вешается в такие клетки-ловушки, которые сбрасываются в воду. Спустя буквально 20 минут мы вытащили первую клетку из 10. Просто обалдеть, как их много. Оставлять себе можно только мальчиков больше определенного размера. Малышей и дам на волю. Кстати, вы знали, что крабы пушистенькие снизу? Во время рыбалки с нами вышел познакомец морской лев. Поймать можно максимум 12 крабов на человека. Нас было 6, поэтому получилось 72 краба. Стоимость на пристани одного краба где-то $14. Хоть лавку открывай. А как сделать туристическую визу в США, можно найти у меня в телеграм-канале.